Вот так они распустились за ночь, мои пионы. А ты так их уходишь. Все, все, все. Красиво, 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 красиво. Девчонки, всем привет! Сегодня следующий день после постройки мойки. Вчера я снимала видео, папа построил ее за 2 часа. И уже была ночь, потому что он начал в 21 час. Что за хорошая девочка вышла? Ну, конечно, если мама включила видео, надо сразу выйти. Само собой разумеется. И закончил он строительство в 23 часа. Я уже не снимала, поэтому сейчас я вам показываю результат. Девчонки, сейчас я вам говорю, после того, как закончила уборку, сегодня вас ждет сильнейшая мотивация. Абсолютно точно. Получилось вот так вот. Колхозненько, конечно, но есть возможность теперь помыть руки по-человечески, даже помыть посуду. Но мойка эта из дома. Вот такой постамент он построил. В доме мы год ей не пользовались. Это все нужно сегодня мне отмывать. Вот по плану у меня мытье мойки. Теперь сюда встают дети. Мы подобрали табуреточку. С этой они не доставали ручками. Ну, младшая с этой достает. Теперь она сама моет вот здесь руки. Показывать сейчас не буду. Вот. Конечно, стараются вылить все мыло, вылить всю воду, но все пока что под контролем. Сейчас мы даже там... Не сейчас, вчера вечером мы мыли ноги. Сейчас мы тоже, кстати, мыли ноги уже. В общем, мы уже все мыли, уже вовсю пользуемся. Я хотела тут кухоньку, но нашими темпами, по-моему, тут ничего пока что не построится. Значит, дальше. Сегодня у меня по плану еще разбор буфета. Почему я все это говорю на улице? Хочу вам показать жару 30 градусов. В доме прекрасно. Поэтому сейчас вместо того, чтобы гулять, лучше посидим дома и поделаем дела. Все сохнет мгновенно. Мы ночью с папой ходили купаться, когда дети легли спать. Это вам по секрету говорю, потому что дети этого не знают. Даня вроде не услышал. Итак, у меня есть вот такой вот буфетище. Вот, собственно, это единственная моя мебель. Там у меня хранится одежда. Здесь у меня хранятся вещи разные. И вот здесь внизу такое местечко есть. Сюда я закидываю пустые пакеты, которые стараюсь не покупать, но все же покупаю. И сегодня я все это буду разбирать. Также там найдены продукты от предыдущих жильцов. Буду решать, что делать. Ой, извиняюсь. Вот такой у меня план работы. И, может быть, я еще подмету шишки. Хочу вам показать пионы. А, кажется, я их утром снимала. Наверное, я это вставлю. В общем, они обалденные совершенно. В нашем доме, вы заметили, кто смотрит давно, все время затемнение. Папа вкрутил вчера яркую лампочку. Да, условия, наверное, ужасные, но вы не представляете, какая тут природа и ради чего мы тут сидим. В плюс 30, там все умирают в Питере, просто там жарище, мне говорят, все пекло. У нас ветер, мы хоть на озере, хоть в доме, нам очень хорошо. Значит, на озере. Что-то я себя поймала, что я говорю, как какая-то училка. На озере такой ветер был вчера, что мы даже не покупались. То есть вообще мы замерзли. Просто очень холодно. В доме прохладно. Вот прямо сейчас прохладно в доме. Вот если посидеть чуть-чуть, можно даже и носочки одеть. О, здесь я не убирала, не знаю, 3 дня. Тут просто караул какой-то. Ку-ку, да. Но здесь сегодня по плану уборки не будет. В общем, разбираю ящик, отмываю мойку и еще шишки заметила на улице. Буду их, наверное, собирать в пакет или убирать. Если вас интересует видео с уборкой, то вы на правильном канале. Потому что мой канал превратился в канал про уборку. Вся моя жизнь – это уборка. Что с этим делать, я не знаю, поэтому я буду это снимать. Всем приятного просмотра. Пока-пока.
Почему пока-пока? Потому что все эти дела у меня будут рассредоточены в течение дня. Шкаф сейчас, мойка, когда солнце уйдет, и шишки попозже. Поэтому мы одновременно еще будем отдыхать, читать и так далее. А я вам покажу только нашу уборку. Вика рассыпала семечки. Самостоятельно убирает без напоминания. Правда, перед этим полчаса напоминала про другие аварии. Молодец, ты умничка. Последние полтора часа я монтировала видео, мы не вышли на улицу, я ничего не разобрала, всем захотелось есть. Что я придумала? По-быстрому, сыр фета был у меня и оливки. И будут туда помидорки, но дело в том, что воды нет вообще ни капли в доме, я отправила Даню за водой одного. Посмотрим, что из этого выйдет. Дети, пока я делала, я не монтировала видео, писала техзадание. Дети играли в уборку. Вот этими швабрами так и сказали, у нас уборка. Вот она мотивация. Замотивировала детей. Так хвалила Даню, что забыла снять, как я его хвалю. В общем, Даня супер молодец. Я сделала няку, пригласила в гости. Познакомился с кем-то? Они удивились, что ты один воду набираешь с колонки? Да, я полоскал очень долго. Полоскал ведра, да? Они были грязные от песка. Дай пять, да, ты супер. Я их полоскал долго-предолго. Молодец. У нас есть вода, мы моем помидорки и кушаем срочно. Вот такой получился у меня салатик замечательный. Я думаю, что дети будут есть, скорее всего, Даня только помидорки, Вика будет все пробовать, но не знаю, что толку с этого салата. В общем, я охлажусь, а дети, наверное, потом догонятся какими-нибудь бутербродами и бананчиками. Это наш обед. На троих.
девчонки, то, что вам обещала, вроде бы сделала, подмела. Хотя и не весь участок, подмела половину участка. Жара невозможная, хотя я пытаюсь здесь прятаться в теньке. Посуду намыла, мойку отмыла. Но надо еще принести воды, чтобы ее сполоснуть. Ни в коем случае я не жалуюсь на жизнь. Так получилось, что вчера одна моя подруга в разговоре со мной сказала, что прервала меня и сказала, хватит жаловаться на свой быт. Может быть, это звучит как жалоба на быт, но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что это мой выбор, что у меня есть благоустроенная двухкомнатная, трехкомнатная квартира. Все у нас хорошо, но я считаю, что мы должны жить на природе. Дети здесь гораздо лучше адаптируются к жизни, но научаются преодолевать трудности. И вот этот быт, по сравнению с тем, что мы не печемся в квартире, не гуляем по асфальтовым улицам, по джунглям, Парнаса. Вот это ерунда, все то, что я мою посуду в тазике, это все можно потерпеть, я ни капельки не жалуюсь. Я мотивирую вас к действию, к тому, чтобы вы меньше занимались бытом и больше гуляли на свежем воздухе. Собственно говоря, я хочу сказать, что можно любой сложный быт оптимизировать так, чтобы немного им времени заниматься. Ну, если вам это интересно, напишите в комментариях, я вам обязательно расскажу. Пока что переходим к разбору буфета, потому что на солнце я больше находиться не могу. Хотела подмести за калиткой, там тоже много шишек нападало, но все уже очень-очень жарко. Перемещаемся с вами в дом. Сейчас тихий час, прекрасное время, кстати. Thank you.
Это вот я выкину. Здесь неизвестные вещи, продукты, которые мне не принадлежали. Сапоги неизвестного размера. Непонятно, кому они подходят, никому из нас. Это выкидываю. И вот что осталось. Довольно-таки немного. Здесь у меня хозблок будет. Там пустой контейнер. Вообще хотела домой отправить на Парнас. Вот здесь у меня в пакете стирка, которая на Парнас поедет. Здесь для ремонта. Кто молодец? Я молодец. Надеюсь, вас это замотивировало. Дети спят. Всем спасибо. Поставьте лайк, если это видео вас хоть немного смотивировало. Меня точно смотивировало. Я сказала вам сначала утром, что я буду делать. И уже никуда не отвертишься. Уже нужно делать. Хотя хотелось мыть другое, перебирать другое. Хотелось перебирать платье. Но платье на следующий раз останется. В общем, всем спасибо. Ставьте лайки. Пока-пока. Я еще успеваю немножечко на тихий час. Дети не чувствуют ни чайника шума. Простите за чайник. Очень хочется чаю. Воды не было полдня. Ни света, не чувствуют ни шума, ни шороха. В общем, то, что в буфете был полный кавардак, это все были, оказывается, пустые пакеты и ненужные старые продукты. Так что ничего страшного, я быстро справилась.
Слушайте, такая жара, что вот под очками потеет. Простите за мой внешний вид, но ничего не поделаешь, жара. Все, всем пока-пока.